Продолжаем выпуск. 18 октября под председательством первого президента страны Елбасы Нурсултана Назарбаева состоялось совещание с участием членов правительства и фракции партии Нур Отан. Обсуждался ход реализации предвыборной программы партии «Казахстан-2021. Единство, стабильность, созидание» и плана нации «100 конкретных шагов». Председатель партии подчеркнул, что перед Нур Отан стоит большая задача консолидация общества, консолидация элиты вокруг избранного в президенты Касым-Жомарта Токаева. Правительству и фракциям необходимо совместно решать конкретные проблемы населения. Елбасы особо подчеркнул ход реализации программ развития регионов. Нурсултан Назарбаев напомнил правительству, парламенту и ответственным лицам партии о том, что необходимо объединиться в борьбе с коррупцией, повысить доходы граждан и трудиться на благо народа. И партия, как ведущая политическая сила страны, она должна прежде всего обеспечить преемственность стратегического курса развития нашего государства. И мы должны сегодня решать конкретные вопросы людей, проблемы должны быть открытыми, должны быть услышанными. Нам, партийцам, поручено начать подготовку к новому электоральному периоду. На сегодня партии определены приоритеты: стратоориентированность, преемственность, безукоснительное выполнение программы избранного президента нашей страны. И наша задача – это долгосрочное лидерство.